Двойное убийство, совершенное в конце прошлого года жителям Донецкой области, раскрыли запорожские правоохранители. Подробности в нашем сюжете. В конце июня прошлого года в Куйбышевский райотдел милиции поступило сообщение о том, что на обочине автодороги вблизи поселка Камышзаря стоит пустая грузовая фура. Прибыв на место, следственно-оперативная группа обнаружила автомобиль МАН со сквозным пулевым отверстием в лобовом стекле и со следами крови в салоне. Позже выяснилось, что автомобиль принадлежал 44-летнему мариупольцу, который вместе с 34-летним товарищем отправились в Запорожскую область для закупки сельхозпродукции. При себе имели около 100 тысяч гривен. Оба жителя Мариуполя были зарегистрированы как без вести пропавшие. Через сутки тела разыскиваемых нашли в лесополосе вдоль автодороги на территории Бердянского района. Під час відпрацьовування даної інформації в поле зору попав громадянин, мешканець Донецької області, якому було відомо про мету поїздки потерпілих та знаходження при них великої суми грошей. У подальшому причетність даної особи до злочину знайшло своє підтвердження. Громадянин підтвердив свою причетність до вчинення злочинів та пояснив мотиви, якими ставилася наявність у нього боргових зобов'язань. Подозреваемым в убийстве оказался 43-летний житель Мариуполя. Он вместе со своими знакомыми отправился в Запорожскую область, чтобы завладеть их деньгами. Говорит, тела погибших оставил в одном районе области, а автомобиль в другом, чтобы запутать следы. Надеялся, что во время нестабильной ситуации в стране его не будут разыскивать. На данный момент подозреваемый находится в следственном изоляторе в ожидании суда.